минут Ливан готов впустить на юг страны миротворческий контингент. Международные силы должны встать между боевиками группировки Хизбалла и израильскими войсками, которые продолжают бои на юге Ливана. И, как сообщается, правительство одобрило этот план. После некоторых возражений его поддержали и 5 министров от радикальной группировок Амали Хизбалла. Между тем, возможен новый поворот в развитии кризиса. По сообщениям из Израиля, разведка пришла к выводу, что лидер Хизбаллы, мулла Хасан Насралла, прячется в иранском посольстве в Бейруте. По этим сообщениям, он открыл оперативный центр в подвалах посольства, откуда руководит атаками на израильтян. Появились сообщения, что если эта информация подтвердится, то Израиль может нанести удар по посольству Ирана. А это грозит расширением конфликта.